Да, Дэн, я больше. Поснимаем немножко. Солнце светит, да? Ага. Французские, парижские традиции. Штау. Ну, как тут дома красивые. Что, стадион, кстати, футбольный какой-то. Их неизвестный. Вот мой комарат за рулем нафиг. Попал в как пинок с кепкой нафиг, как с мультика. Привет. Пузо торчит, об руль упирается. Это резерв. Нет, у нас что выше пояса, это грудь. Да. Привет с Парижа. С города любви. Тут это едем по маленькому кольцу, тут будет видна Эйфельная башня. Ну тут штау, как всегда. А по центру едем. Не торопись, говорят. Не торопись, говорят, и будешь первым. Погано, если вежливо сказать. Едет, пипикает. А, сзади. О, нет. Это ein, zwei, drei, полицай проехал. Они, кстати, с нами ехали полчаса уже рядом. Надоело. Думают, блин, у нас мигалка есть. Да, а то магазин закроют, и водку не успеем купить. Чекушку. Да, на обед закроют, и надо включать мигалку, и пошустрее даем. Против солнца едем, такое качество может это самое. Не особо будет. Но мы чуть-чуть отодвинем. Посмотрим, что наш керовник делает. Сейчас туннель будем завязать, можно будет пока выключить. Передай привет родственникам, как по телевидению, знаешь. Да. Я хочу передать привет маме, папе. И подарки привез на поле чудес. Там огурцы соленые, да, помидоры. Да, да. Мы это уже давно зарубали уже. Вот это же и качество хорошее получает, а солнца нету. Ну тут маленький, конечно, туннельчик. Но было бы неплохо, чтобы перерыли через весь Париж. Ладно, затунелим обратно в руку. Сейчас красный надо. Да.